Так, продолжим наш поход. Наконец-то комп прогрузился. Так, здесь у нас мой компьютер, надо посмотреть, что там. Я не помню, куда мы пришли. Вот откуда здесь воды столько, короче. Грязная. Мне можно очистить потом. Не знаю, стоит ли таскать. Ну, давай возьмем, очистим еще. Здесь она немного весит. Дорожку. Костюм. Костюм землемер, это нам круто. Если очки одеть, что-то дают. Блин, что-то там 200 лет прошло или сколько? А все это... Валяются эти всякие чистящие средства, блин. Что с ними там стало-то? Кстати, сколько лет прошло после взрыва? Ну, сейчас я замучусь открывать. Ну, смотри, как первый раз. Нахера я зажигалку взял, непонятно. Большая мензура. Прям как на басу. Большая мензура. И сел робот. Короче, можно пешком, а может поехали. Куда это? А там вниз, короче. Крыша. А если в лифт? Куда? Интересно, куда лучше-то? Давай сначала на крышу выйдем.
Ой, блин, сейчас бы грузиться, а, пустошь. 3 часа. Хватит мешаться, долбоёб. Блин, чё с ним? О! Идиот. Так, я не знаю, чё сюда вышел. Здесь ни хрена ничего нет. Что-то есть. Нихера ничего. Все, грабили. Сейф есть. И компьютер. Сложно. Взломать надо. Так, ноль совпадений. А, ну да, L-то нету. L нету. Wire. Давай wire попробуем. Ноль совпадений. Знаю, ты чё. Может так? Дебил. Wow.
Окей. Так, так. Нет, да. Ирн. Еар. Руин, может? Так, значит, это у нас не... Это не N и не R. Получается U. А. Не R и не N. Значит, EA. Нихуя. Блять. Это ты во всем виноват. Плохой робот. Маза. Один. Это, блин, может что угодно быть. А. То было сходство 1, теперь 0. А как же А? Подожди. Почему я решил, что это А? Наташ, твоя помощь нужна. Вот эту херню я никак не могу открыть. Слушай, а у нас есть этот? Нужно.
Я открыла. Да. Взяла и открыла сразу прям. Интересно, это где эти прожектора установлены? В подвале? Получилось. Прикинь. Да я с радостью его ударил. Заходим внутрь. Теперь идем в подвал. Пока. Так, не так уж и много, да? 283. 286. Один и тот же, да, заряд? Слушай, а это этим же стреляют? Прикольно. Получается, он стреляет этим же, да, патронами. 483.
Да. 38 калибр. Так, а это что я взял? А. Тоже какая-то снайперская херня. Это вообще без... Нет, не бесконечно. Это херня какая-то, на самом деле, что-то крутить надо, блин, вертеть. Я же откручил. Клей, масло, стекло, текстиль. Дверь. Что это? Модная, главное, щетка. Не просто щетка, а модная. Тут уж тренул монитор.
lawless people working here were most likely at home with their families when the world ended. А где робот? Который должен чего? Куда надо нажать-то? А. Сейчас сначала схожу туда. Я здесь воюю, он орёт.
еще был, да? Все, выключил я тоже. Это, наверное, хорошая вещь. Все.
фонариком. Давай возьмем. Вдруг будет работать. Пройти. Как вам такой подход? Живу, что ли? Заряжу вот эти, вот эта херня, сейчас я тебя заряжу. А там еще это. Еще и ни хера попасть нельзя. Где второй болотник? Сильно, ребята, эти болотники-то. Что он движется где-то? Да что-то не хочется нырять. Здесь больше нечего делать. Честно, радиационный. Да уж. Прилично птица. Тут надо что-то сожрать.
взять. Пошел ты нахер. О, блин. Твою мать. Отпусти, блин. Черт, вот меня зажал-то. Он сюда убежал, что ли? Нет, нет, нет. Охерели, что какие ушлые, а? Падла. А их там вообще, конечно, много. Блин, да мне это не спасет, конечно. Слушай, робот, хорош там пиздить. Ну что, помог. О, ты откуда взялся? Так, а как мне туда пройти-то?
на что он стреляет, на что? Там мы были, да, ведь? А, мы отсюда пришли. Ну, в смысле, не пришли, а... Короче, вы поняли. Пошли вы в жопу, ребятки. Ай, блядь. Олень какой-нибудь сожрать. Спеченный дутин мало что-то как-то. Слушай, олень это хорошо прям устанавливает. Посмотри как. Зря я здесь съел, ну ладно. Не понял, что произошло-то? Как-то попасть. О! Ты откуда? Из-под воды, что ли? Чё это?
там пишет. Не выпускница моей академии. Что у меня с патронами? Херовенько. Это какая-то дура вообще, мне не нравится, блин. Здесь пол экрана загораживает. Так, как мне туда пройти? Что-то надо прыгать, что ли, а чё вообще? Видимо, как-то надо окольными путями. Получается у меня. Нахера нормально кидать. Ты чё, спать? Не посидишь сам? Hello there. Пора спать уж на самом деле. Бля, ну это еще как мне туда в ту комнату пройти?
все-таки здесь как-то. Хер там. Ну, замечательно. И как мне туда пройти? Спать надо идти, вот куда надо идти. Да, продолжим.